Ребят, там подставка для штатива, спасибо. Чтобы было красиво. Там мужчина очень классный. Конкуренция – это прогресс типа нашего общего движения. Иногда больно смотреть. Сейчас. Кат. Подожди. Склейка. И, друзья, всем привет! Community First на связи. Спасибо большое вам за прошлые отзывы, за все, что вы написали в комментариях. Мы не можем не продолжить эту тему, потому что вам интересно. И следующий гость, встречайте! Hey. Илья. Привет, привет. Как будто мы не виделись. Как будто не виделись. Привет, но... Илюха. Ну, по-спокойному, по-обычному, по-дружески, просто поговорим с тобой, пообщаемся, как обычно. Да. Да, расскажи, пожалуйста, я не хочу тебя представлять. Представь ты себя сам, пожалуйста. Кем ты себя чувствуешь на данный момент? Кто ты? Я представляю себя львом в кровати. На данный момент. Шучу, да. Представить себя. Илья. Парень, который начал танцевать с детства. И вот до 24 год, лет, да, своих, 24 года уже танцую с 6, уже все почти 18. И что я? Я танцор, хореограф, в каком-то плане педагог. И танцы сейчас являются частью моей жизни, частью моей, это моя профессия, моя жизнь, мои мысли, мои видения, все, что происходит в моей жизни. Ну, хорошо, ты назвал и танцора, и хореографа, и педагога в своем лице. Ты можешь расставить процентно? Сколько процентов ты педагог, сколько хореограф? Ну, в последнее время я уже практически нигде не преподаю, потому что больше ушло в какие-то проекты, в какие-то моменты хореографии, постановки, какие-то режиссуры. Сейчас, наверное, в среднем, может быть, 40%, наверное, это хореограф, около, наверное, 30 танцор и 30 педагог. Правильно посчитал? 100? Да. 100. Вот это так, может быть, чуть больше. Но до последнего года полтора-два все же больше связано с постановочной работой, как хореографии более танцевальные, так и на проектах разных вокальных, ну так. Ну, хорошо, тогда такой вопрос. А почему именно танцы? Трудный вопрос. Или легкий. Оно все пошло, наверное, с детства пошло. Я уже, наверное, давно рассказал всю историю, что меня на танцы отвел мой отец, который в то время еще был военный. И, типа, странная история, что папа военный отводит своего сына на танцы, думаешь, и на бальные танцы. Все начиналось с бальной хореографии, да. Вот, и на самом деле, так, чтобы не затягивать, танцевал и, понятно, что развивался, рос до определенного какого-то уровня, до определенного возраста. Когда пришло время уже думаться о каком-то образовании, конкретно для себя в определенный момент выбрал профессию как танцы, хотя бы как изучение, да, чтобы дальше можно было двигаться. Хотя были другие моменты и расположенности к другому вообще фактору и смыслу жизни, типа юридическому. То есть я думал поступать в Харьков на юридическую академию и быть каким-то там прокурором, следователем, мне это очень нравилось. Вот, но... Сейчас нет? У меня это живет во мне, но как профессии, наверное, нет. Типа. То есть, может быть, это я захочу как вторую профессию, а второе образование. Не знаю пока. Вот, поэтому танцы, они были с детства. И, конечно, у некоторых бывают такие переломные моменты, когда ты либо прекращаешь танцевать и уходишь в какое-то другое русло, в другое направление. Либо ты направляешь себя, наполняешь и движешься уже в этом ракурсе. Давай так, пока что по основе, а потом я тебе зачитаю вопросы всех людей, которые тебе все поприсылали. Давай. Даже не знаю, что ты присылаешь. Есть ли у тебя сейчас на данный момент жизни цель в жизни? Чего ты вот прямо сейчас хочешь добиться? Я не буду сказать какую-то свою четкую сейчас цель. У меня есть мысли, у меня есть свои задатки, свои, так сказать, направления и желания, к чему я стремлюсь, чего я хочу. Не могу сейчас, наверное, озвучить полностью цель, но есть желание дальше развивать себя в танцах, в танцевальном искусстве, во всех аспектах, что могут быть. И также цели по поводу семьи, потому что, наверное, родители много в меня вложили, что семья — это...
Для меня это очень ценно. И ее нужно строить, ее нужно обеспечивать. И в большинство, что много чего я делаю по жизни, как в профессии, как это все касается моей семьи. Цель просто не стоит на месте. Вот у меня есть цель. Конкуренция – это прогресс типа нашего общего движения. Поэтому я понимаю, что типа сейчас все растут, малые подрастают, все крутые, все классные. Если ты не будешь двигаться, если не будешь требовать себя большего, ты можешь типа остановиться и застрять. А потом уже кажется поздно. Ну да. Вот когда ты слышишь вот слово «цель» именно, ты представляешь себе что-то глобальное, фундаментальное на всю жизнь одно, или цель, которую ты добился, и у тебя появляется сразу следующая цель. Их очень-очень много в жизни. Ты знаешь, наверное, какое-то вот поэтапное типа цель. Не такое, что прям одна большая цель. Одна большая цель, это может быть, когда всю жизнь классно, у тебя уже пятый дом, седьмой автомобиль, жена, дети, все очень круто, но это глобально. Нет, на самом деле, есть какие-то именно этапы есть на данный момент целей. Нужно, хочется сделать вот так вот, чтобы у тебя получилось это. Когда получится это, ты можешь думать о том и развиваться дальше. Ну, вот какие-то такие маленькие этапы есть, да. Какой ты видишь сейчас, на данный момент, танцевальную Украину? Какое место этой танцевальной Украины занимает фестивали украинские? Попробую фестивали сказать. Наверное, так еще после проекта как-то так совпало, что у нас начали приглашать на фестивали и получала свой определенный какой-то опыт от фестов. В каком-то плане что-то выросло в самом, в многих факторах. Есть организация фестов, есть типа их проведение по таймингу, есть участники, которые их наполняют. И иногда больно смотреть. Больно смотреть, что просто такой смотришь, хочешь скрывать лицо, и тебе стыдно на это смотреть, что такое есть. Хорошо, когда общаешься и можешь что-то кому-то, конечно, сказать, что, ребята, ну, уже, наверное, несколько лет, даже вот в этом году были фесты, которые говоришь, ну, хватит уже использовать какие-то совдеповские песни, хватит людям танцевать уже в тапочках, хватит делать гимнастику, хватит делать колеса, хватит какие-то делать для детей котики, собачки, уточки, которые прыгают. Ну, то есть давайте развиваться в разных направлениях. И музыкально, и мыслить, и хореография, современность, которая идет сейчас, и о технике, и о исполнении, о вообще вдумчивости танцоров на сцене, участников, которые выходят и что-то пытаются показать, рассказать, для себя доказать, что они вообще что умеют. Такой вопрос. Кто, по твоему мнению, такой востребованный танцор? И что нужно делать вот человеку в определенные пункты, чтобы им стать? Давай пробую, чтобы быть востребованным. Нужно быть воспитанным танцором. Если мы говорим про какую-то работу, прийти вовремя на репетицию. Прийти, быть готовым на репетицию, быть разогретым. Раз момент. Востребован танцор. Нужно быть техничным танцором, который пришел, дали тебе задачу, ты ее сделал. Например, да? То есть не такое, что «а нужно сделать вот так вот, а ты…» Я не могу такой. Думаешь, зачем я его взял? Быть на виду, показывать, что ты делаешь, что ты можешь делать. Быть универсальным, это очень важно, конечно, я тоже считаю, для того, чтобы быть востребованным как в работе, так и в какой-то творческой работе, да, быть наполненным, конечно. Очень не хочется, наверное, чтобы танцоры, которые приходили и думали, нужно танцевать какую-то хоряшку, пришли, танцевали хоряшку, и думают, что они вот востребованные, потому что они могут это сделать. Я попробую подытожить. Что нужно для того, чтобы быть востребованным? Нужно развиваться. Нужно развиваться во всех аспектах, в танцевальных, в духовных, в моральных. Быть готовым к тем или иным задачам, да? И вот в этом плане, наверное, заключается твоя востребованность. Внимательный, ответственный танцор. А, Илюха, короче, небольшая игра, немножечко развеемся, так как ты у нас публичная личность, после «Танцуют все». Я нашел много видео с тобой на Ютубе и нашел некоторые комментарии. Люди пишут комментарии под твоими видео и не под твоими. Я выбрал некоторые комментарии, их 10 штук. Ты должен прочитать их и понять, про тебя это пишут или нет. Давай, я все знаю комментарии, которые пишут про меня, поэтому... Пожалуйста, держи. Читай. Вот этот родился явно для сцены. 4 года назад. Варя Абрагимова.
Я, давай скажем, возможно, это про меня, возможно, это было, наверное, во время проекта какого-то, но возможно. Нужна ли да сказать, да, нет? Как хочешь. Давайте скажем, это возможно про меня, но не факт. Вниз стрелочку. Это про тебя. А это про меня, да. Странно, да, это еще было, наверное, видео с кастинга «Танцуют все». Первого кастинга, 14-й год, бог мой, 5 лет. 5 лет назад почти бы это было. Next. Лучший танцор за все сезоны, неповторимый, настоящий бриллиант. Опять же, у нас было много хороших танцоров. Вот, поэтому, наверное, не все комментарии прочитал. 83 лайка. 83 лайка. Сейчас может быть подвох. Я скажу, что это про меня, а это не про меня. Это, допустим, там про Даниэля Сибили. Или там про Борьку, или про Димку Масленникова. Скажем так, это возможно про меня, но нет. Давай. Про Вову. Да, Вовка еще. Вова Раков. Ну, я бы просто это думал с моего сезона. Ну, окей. Согласен? Вова, бриллиант просто. Бриллиант Вова. Так, еще прочитай, подожди. Лучший танцор за сезоны. Но он был неплох за все. Но потом в седьмом сезоне были еще лучше, в восьмом были еще лучше. Поэтому он неповторимый, неповторимый. Вовчик, топчик. Next. Не ожидала от него такого. Таня, Таня. Я надеюсь, что это не про меня. В хорошем смысле или в плохом? Как думаешь? Я думаю, что она как написала, в плохом смысле написала. Типа такое, он что такое сделал? Он как-то так сделал? Я от него такого не ожидал. Что-то он какую-то лажу, да. И тем более, это, скорее всего, все это типа с проекта какого, да, типа с нашего проекта. Я думаю, что это не про меня, но это, наверное, про меня. Ну вот, ну вот, да. Это, скорее всего, было, когда... да, это было испытание, когда мы менялись, нужно было показать другого танцора, чтобы его узнали. И тогда был Саша Альшанов, такой парень был, ну, не может очень. Быть, не ожидала, что он так открылся, прекрасный. Наверное, ну, может быть, а может, это был, говорит, не очень был там парень, я такой показал его, и она думала, ой, я не ожидала от него, что он так плохо сделал, я от него такого не ожидала. А может, я от него не ожидал, он такой... Восторг. Не знаю, может быть, ну, наверное, да, видишь, про меня. Тони Лука чувство, когда участник танцует лучше, чем судьи. Ну, 81 лайк. Вот мы твою скромность не проверим, Илья. Вообще, ну, знаешь, тут вопросы очень все... Это может быть про меня, опять же, но... А может быть про другого какого-то танцора, который был, наверное, скорее всего, это тоже было с проекта. Не факт, что это мне танцевал, что-то лучше судьи. Наверное, нет. Вот, наверное, диджей Смарт. Ну, как бы да, там это седьмой кастинг, да, это был седьмой сезон. Он даже был типа, он должен был быть с нами в сотке, но он, по-моему, не приехал. В ногах грязноват. 7 месяцев назад. Иван Балакун. В ногах грязноват. Как ты оцениваешь свои ноги по чистоте? Я оцениваю их нечистые ноги. Особенно в белых носках, они бывают грязноваты. Вот. Слушай, а может быть, да, как про какой-то, может быть, про меня. Про какой стиль? Что ты можешь танцевать в ногах грязновато? Давай скажем, это про меня, но не факт, окей? Давай. Ну все понятно. То есть 7 месяцев назад прокомментировали видео, которое было еще 5 лет назад, окей. До сих пор смотрят. Да, 70 тысяч просмотров, грязноват. Ребят, я был грязноват в ногах 5 лет назад. Я танцевал бальную хореографию на кастинге, и я был грязноват, окей. Я всегда на этом танце рыдаю. Так, возможно. Возможно, опять слово возможно. Что это про меня? Про какой-то из, может быть, дуэтов, которые там, может, танцевали с Яной Ибраимовой на проекте. Не факт. А может, какая-то хореография. Не понимаю. Возможно, про меня. Посмотрим. Да. Пау-пау-пау. Попал, ну, я думаю, да, я не знал этого комментария, я его не смотрел. Да, это как раз было, что мы там с Яной поставили хореографию, мы были тогда лучше, мы попали сразу, мы типа были в двадцатке и попали этим танцем, мы выиграли себе участие на гала-концерте. Хотя мы и так туда дошли просто как суперфиналисты. Поэтому норм, я почувствовал, еп. Замечательный мальчик, глубокий. 4 года назад. Я Пред Апорте Маркизовна. Так. Маркизовна. Прекрасно. Маркизовна, комментарий. Как ты оцениваешь свою глубину? Я думаю, что это... Я думаю, что это может быть про меня, но это не про меня. У меня стандарт такой. Да.
Возможно, опять же, все возможно. Но я не могу говорить. Да, скажем так, это не про меня. Но я глубокий. Был. Возможно. С грязными ногами тогда. Грязноватыми. Ну, не, ну да, это был третий прямой эфир. Это было почти, это был финал проекта, и да, не тогда было соло. Согласен, про меня, хорошо. Ну, и просто еще подвох, понимаешь, твоих. Так, и следующий наш вопрос, уважаемые зрители. Ага. Варя, опять Абрагим, это опять Варя, это Абрагимова. Активно. Может, это Варя, как ее фамилия? Хлебникова. Хлебникова? Или это ее... сестра Яны. Как и все мужчины, лицом почти не работают, ну и недоработок полно. То коленки присохнуты, то руки висят, лишь бы как. На поворотах в конце равновесие потерял, спина часто сутулая совсем, концовка просто никакая, руки куда-то в никуда бросил. В общем, недоработок очень много, они его как-то пиарят как идеал. Так. Со звездочкой. Со звездочкой, то есть очень серьезный комментарий. Я скажу так. Ну, есть же еще хейтеры, понимаешь? Поэтому какой-то хейтер мог написать, что про какое-то мое не очень выступление. Это очень, это может быть. Но я предполагаю, здесь какой-то подвох, и написано, наверное, про Вову Ракова. Но не факт. Шучу. Я думаю, что не про меня. Окей? Окей. Ой, это очень смешно. Это соло Даниэля в Сибири. Седьмой сезон кастинг, который пришел великолепный, все судьи такие, итальяш, какой классный. Короче, это был хейтер, она просто завидовала ему. Даниэль, на секундочку, вот на данном времени на Евровидении выступал, работал с Мадонной. Да, он до этого снимался в клипе у нее, а вот было Евровидение, Мадонна, и он был один из танцоров, который с ней работает. Это очень круто. Ну, давайте прочитаем, кем можно быть и работать у Мадонны. Всякой. Да, ребятка, значит, колени просунуты, руки висят, лишь бы как. Он, короче, на повороте в конце на равновесие потерял Даниэлька, и поэтому он работает с Мадонной. Запоминайте, записывайте. Да, пожалуйста. Давай дальше. Даниэль. Чисто, значит, пользователь называется, чисто для комментариев видосик. Это пользователь, это важно прочитать. Месяц назад. Я бы не сказала, что не красавец, просто прическа не очень, а так симпатичный. Боже, нет запятых, тяжело прочитать. Я бы сказала, что не очень красавец, прическа, просто прическа не очень, а так симпатичный. Возможно, про меня, но я думаю, нет. Обожаю. Ну, я не знаю, да, ну, то есть тут прям такое... Ты мог какого-то там, не знаю, Соболева, понимаешь, выразить у него с комментариев. Ну ладно. Смотри, я думаю, что это про меня, не... но нет, но это будет про меня. Ага. Да, это не про меня. Ну, Илья Чижик. Да, это восьмой сезон. Ну, короче, понятно, не про меня. Но могли... Прическа классная. Смотри, какой красивый тут уточка. У него глазки тут на шляпе. Ой, я не видел, что это уточка, кстати. Ну, вот как-то похоже что-то. Да, Илюха, ну... Так, Светка, 3 года назад. Классный танец, не очень, но парнишка такой позитивный. Удачи ему. Я думаю, что это не про меня. Почему? Ну, какой-то позитивный. Думаю, что я не был позитивным на проекте. Я был каким-то таким, чуть-чуть, наверное, подзагадочным, таким спокойным. Наверное, да. Ну, ты знаешь, люди такие комментаторы, что они могут сказать что угодно. Я думаю, нет, но, наверное, будет да. Николаич! Я же говорю, да. Вот. Ну, я говорю, да, я думал, что это не будет про меня. Это наш Николаич Степан Мисюрко, который уже женатый человек, на секундочку. Уже, да, у него есть там свой бизнес. Он пиарит Coral какой-то, Water. Вот. Николаич, ты сможешь? Давай. Community first. Барабан! Вставочка! Следующий вопрос от зрителей. Что дается самым трудным именно в коммерческой сфере? Для тебя лично. Скажу так, лично это какое-то мнение субъективное, наверное, что лично мне тяжело, самое сложное, да, что это типа, назовем это в кавычках, не быть клоуном, то есть не уходить в трэш. Когда начинается какая-то фигня, типа, ну вот, скажу как пример, недавно были съемки, я не так, раньше снимался больше, когда была возможность и было время, когда чаще был в Киеве, сейчас в последнее время был в разъездах, поэтому меньше снимался. И вот недавно был клип,
артистка, не буду говорить что, где, когда. Допустим, когда начинают, есть, понимаете, какие-то образы, допустим, есть же красивые образы, есть какие-то фриковые образы и все остальное. Когда начинаешь, что парня начинают клеить ресницы, и вот ты, знаешь, типа думаешь, what the fuck, типа, зачем это делать парням? Ну, типа, зачем? И это был жесткий момент, когда я понимал, что я не хочу этого делать. И, конечно, очень здорово, когда ты можешь... типа, либо поменять что-то, либо донести, либо вот делать то, что ты хочешь делать, тогда это норм. А вот когда ты начинаешь, тебе что-то не нравится, это уже идёт в убыток. То есть, ну, я скажу, типа, такое неприятное. То есть, знаешь, работа такой, типа, ради денег, что ли, это делать. Ну, и никогда, и не всегда это борет, ну, типа, побеждает. Не мешает ли отношения совместной работе? Мне лично не мешают. Бывают моменты, конечно, когда конкретно что-то работаем, два человека, да, допустим, работают, и у каждого, конечно, по-разному. Есть уже семьи, которые работают вместе, есть просто парень, девушка, которые работают. Допустим, мне это не мешает. Мне, наоборот, это может помочь, это может вдохновить. Есть какие-то разногласия, есть какие-то моменты. Ну, допустим, говорит конкретно, допустим, нам с Алиной, ей, наверное, тяжело со мной работать, чем мне с ней. То есть она говорит, мне тяжело с тобой работать, что еще. Ну, то есть есть моменты, хотя при этом потом, как классно получилось, ой, как нравится, так все. Короче, ну, то есть мы не так часто много работаем и вместе, и не так много танцуем вместе. Вот. Это нужно уметь или научиться этому работать вместе. Поэтому тут индивидуальный вопрос. Некоторым в кайф, классно, все супер. Некоторым в кайф, но немножко тяжело, но это что-то дает какие-то свои плоды, которые дают свой результат. А некоторые просто все плохо, знаешь, так дерутся, там, ругаются, расходятся в других местах. Ну, лично тебе не мешает? Лично мне не мешает. А, Илюха, следующий вопрос. Преодоление преград и неудач. Личный опыт твой. Как ты с этим справляешься? Справляешься ли? Могу сказать, преграды, наверное, были, есть и, наверное, будут как больше просто в жизни, так и в профессии. По поводу, там второе слово преграды и... Неудачи. Неудачи. Да. Трудно что-то вспомнить, какие-то неудачи, прямо чтобы назвать это неудачей. Как справляешься? Пытаюсь, чтобы их не было. Анализировать, проанализировать этот момент, понять, что не так. То есть это как работа над ошибками, скажем, в таком плане. Осознать это, понять, почему это произошло. Я, ну, опять же слово, проанализировать, провести мысли своим в голове. Не понимаешь сам, пообщайся, спроси, посоветуйся, возможно. Я говорю, что это нужно делать. Если тебе нужен совет, ты можешь его принять, а можешь его и не принять. Поэтому... Да, послушать всегда можно, почему нет? Говорит, одна голова лучше, да, одна хорошо, а две лучше. Все просто. Счастливый ли ты человек? Да. Назови как можно больше причин счастья. Очень много недавно смотрел и слушал о том, что какие люди есть счастливы, какие есть несчастливы, и кто счастлив, а кто нет. Я счастлив, потому что я живу, потому что у меня есть родители, потому что у меня есть любимый человек, потому что я делаю то, что я хочу делать. Это очень важно. Мне кажется, даже в жизни бывает очень много, да, ситуаций, которые ты делаешь это не по своей воле, а потому что тебе нужно это делать. Либо тебе нужно зарабатывать деньги, либо тебе нужно что-то еще. Разный момент. Здоровье. У меня есть руки-ноги, у меня есть голова, у меня есть все то, что мне, слава богу, есть, все хорошо. Это здоровье, это люди, которые тебя окружают, это то, чего, чем ты хочешь заниматься и чего ты уже добился. То есть, наверное, какими-то моментами ты тоже, какими-то целями и какими-то желаниями ты делаешь, наверное, немножко себя счастливее. Ну, допустим, мы сидим в багажнике, в автомобиле, я думаю, класс, типа, окей. Мы не сидим там, допустим, на травке просто. Хотя мы можем сидеть на травке, дело не в этом. Я к тому, что какие-то моменты тебя делают счастливее, но в целом... Да, в целом получается, что ты можешь в какие-то моменты быть более счастливым, но, в принципе, это, наверное, происходит постоянно. Счастье, оно у каждого свое. Кого-то может быть в деньгах, у кого-то может быть без денег. Это отдельная вообще тема. Деньги, счастье тут, вот. Деньги – это просто средство для того, чтобы делать свою жизнь такую, какую ты хочешь делать. Финальный вопрос.
final question from today. Как развиваешь свое видение как хореографа? Хороший вопрос. Трудный вопрос. Я просто, наверное, не задумался об этом, как я его развиваю. Я просто думаю о том, что я его развиваю, стараюсь развивать, либо пытаюсь его развивать. А какими способами, просто я не задумался. Я пытаюсь много смотреть. Много смотреть на то, что происходит в мире, в танцевальной нашей сфере, то, что делают очень многие фесты, дуэли, спектакли, какие-то просто видео снимают, какие-то классы, underground, improvisation, очень много что сейчас происходит. И, наверное, в каком-то смысле, на каком-то подсознании у меня что-то откладывается. И в нужный момент я могу, да, это черпать и использовать. А развиваюсь я или нет, это, наверное, ну, мне трудно сказать. Возможно, я не развиваюсь. Есть какое-то самоощущение? Наверное, я скажу, да. Наверное, я понимаю, развиваюсь, не развиваюсь, это уже результат того, что произошло, тот или иной процесс, допустим. Как вариант того, что ставишь какую-то постановку, процесс какой-то ты создаешь. И я какие-то, вот я понимаю, в эти моменты я понимаю, что я развиваю свое видение, я развиваю свое мышление. Чисто в моем развитии как хореографа, да. Это все, что меня окружает и наполняет. Окружайте себя правильными, нужными вещами, да. Людьми, эмоциями. Вещами, эмоциями, отдыхом, путешествием. Сидишь в лесу, думаешь, класс, мы сидим в лесу, багажники, и нам все классно, типа, и мы общаемся. И потом мы просто поделимся с этим поделимся с ребятами, которые, возможно, хотят нас услышать, что-то понять для себя, принять, либо не принять. Людям что, да? Напутствие. Всем, кто это смотрит. Слушайте, первое, что, наверное, хочу сказать, напутствие. Сашка очень прикольно делает вещи сейчас. Я посмотрел, думаю, ну, слушай, интересно, он берет интервью, занимается чем-то, над чем он хотел заниматься, к которому даже как-то он пришел, и, возможно, он видит в этом какой-то свой рост в общении, в познании. Ну, то есть, это очень здорово, я считаю. Круто, что, возможно, вы это смотрите, а может быть, не смотрите. И... Что я могу сказать? Ставьте себе цели, ставьте себе желания, хотите и делайте это, потому что, наверное, какими-то моментами мы можем понять, чего мы стоим в этой жизни. И пускай у вас всегда будет человек, с которым вы можете выехать в лес, сесть в багажник и пообщаться, поделиться какими-то мыслями, эмоциями. Все для вас, для танцевального сообщества. Спасибо большое. Всем прекрасного дня. Поехали, Лев. Поехали. Так, Сашка, пакуем. Сашка, Лёх. Так, мы припаковали. 3, 2. Всё. Bye-bye.